Доброго здоровья, дорогие мои зрители и гости моего канала. С вами Татьяна Егорова-Речкалова, город Ростов-на-Дону. Для тех, кто первый раз зашел на мой канал, я информация, видео свои выкладываю в 8 часов утра по Москве. И время в нашем городе тоже московское. Это для контактов. Почта на моем канале 250 рублей по России и от 700 рублей за рубеж. Отправляю во все страны мира, ну, кроме Украины и Молдовы, увы, в связи с последними событиями. Но я думаю, что все наладится и все будет хорошо. Итак, у нас сегодня шоу гигантов. И хочу показать вам вот такой шикарнейший реолит. Камни все у нас будут сегодня от мастера Романа. Но это, наверное, видно. Мастер очень щедрый. Крохоборскими нарезочками не балуется, как он их называет. И вот такие могучие кольца вышли, и вот из-под его резца. Итак, такие могучие камни. Значит, все реолиты у нас будут по 2300 рублей, весь первый ряд – это реолиты. Если вдруг чего-то не скажу, значит, размер 18-й. Просто сказочный, фантастический источник энергии для человека. Это вулканическая порода, вот бездонные озера, знаете, вот, и она вот так здорово вот влияет на человеческий организм, как это вот ни странно звучит. 2300 рублей. Еще реолит. Вот такая полянка. Вы знаете, все что угодно можно увидеть вот на камнях, на реолитах в частности. Размер 19-19,5. Могу и 20 сделать. Вот те, кто у меня уже покупал реолиты, я думаю, что они могут поделиться в комментариях вот своими ощущениями по поводу этих сказочных камней. 2300 рублей. Еще реолит. Бабочка полетела, смотрите, над полянкой. Вот так вот. Вот еще, по-моему, вон кто-то, то ли улиточка вот ползет. Вот так неожиданно бывает. Вы знаете, у меня в моей практике был момент. 2300 рублей, напоминаю, роскошнейший камень. Сижу, любуюсь и рассказываю. Когда женщина, находясь в больнице, так, размер 19. Могу увеличить, либо уменьшить. Конструкция позволяет. Увидела на одном канале реолит с рисунком ангела. Она тут же звонит блогеру, и блогер говорит, что у меня уже ничего нет, я все отдала мастеру, в общем, мне больше не звоните. Тут приходит посылка от мастера Романа, и в ней это кольцо. Ну и женщина его покупает. Еще камень. Еще роскошнейший. Смотрите, прям сказочная поляна. Вы знаете, она была так счастлива. Вот я к чему рассказываю? Если это ваша вещь, она от вас никуда не уйдет. Вот такой высоты камень. Размер 19-19,5. 2300 рублей. И еще просто фантастика. Я же говорю, вот залипаешь, и рассматривать их можно, ну, бесконечно. Так, это очень маленький размер. Я его даже не натяну. Наверное, вот 16-16,5. Вот такие гигантские вещи. 2300 рублей. Не менее фантастический родонит.
Вот вы знаете, мастер Роман, вот посмотрите, почему камень такой величины? Вот картина, можно так повернуть, можно так повернуть, но вот если бы вот так обрезал, скажем, вот этого элемента уже бы не было на картине. А так, вот такое вполне себе законченное произведение, на мой взгляд. 18 размера, 1800 рублей. Вот поэтому, вы знаете, вот именно мастер Роман, вот он любит такие законченные вот моменты. 1800 рублей, родонит. Итак, слюдиты. Напомню немножечко, что представляют собой слюдиты. Это сросшиеся кристаллы слюды, хризоберилов, аметистов, цитринов. Вот такая красота. Сейчас я, наверное, вот. Камера очень сильно затемняет и не показывает. Смотрите, вот переливается непосредственно вот перитовые вот эти вкрапления. Вот такая фантастика. Размер этого кольца могу сделать даже до 22-го. Сейчас 19-19,5, 2000 рублей. Вот здесь наиболее, по-моему, ясно видно. Смотрите, вот это хризоберил, а вот это включение цитрина. Вот такая фантастика. Размер 18 в данном случае могу увеличить и до 19. По-моему, очень хорошо камень видно. Вот. Так, со всеми его нюансами. 2000 рублей. А вот этот слюдит, вы знаете, целиком почти из цитрина. Вот пятнышко хризоберилла. Вот такая красота. Все слюдиты идут на подложечках. Их называют еще слюдит, мусковит. Значит, в данном случае это 18 размера колечко. Я могу сделать и 19. Запас есть. Смотрите. Так, а вот эта фантастика называется астрофилит. Вот такая сказка. Вот так, может, немножечко. Видите, подстраивать приходится камеру под каждый камень. Так, размер его 17,5-18. Стоимость 2500 рублей. Красота. Вот такой рубин фуксити. Вот это включение рубина. Ну, а вся остальная порода называется фуксит. Размер 18,5-19. Стоимость 2000 рублей. Вот такой высоты колечко. Так, сюда же в наше гигантское шоу попал лизардит. Размер 19,5 его, могу и 20 сделать. Представляете, как здорово под маникюр смотрится. Вот такая красота. 1900 рублей лизардит стоит. Ну и мои любимые флюориты. Конечно, вот вы знаете, вот чтобы показать вот всю их красоту, всю их мощь и многообразие, наверное, вот мастер и вот задумал именно вот такие гигантские камни, по-другому не скажешь. Смотрите, вот действительно законченные картины. Вот так.
Причем настолько многообразные. 2000 рублей любой флюорит. Если вдруг я что-то не скажу или забуду. Красота. Это все флюориты. Значит, они на тонком стекле. Вот так. 2000 рублей. Еще флюорит. Вот каждый. Смотрите. Вот так они еще и играют. Вот вертишь, и они разные. Со всех сторон они разные. И радужка такая шикарная. Так, колечко очень маленького сейчас размера, в данном случае 16,5. Я могу его, ну, скажем, до 18 растянуть, если будет нужно, если кому-то понравится. 2000 рублей. Еще флюорит. Так. Этот давайте вот так посмотрим. Высвечивает камера. Он темнее и ярче. Все камни гораздо ярче, чем на камеру. Размер 19,5. 2000 рублей. Столько нюансов вот именно в флюоритах. Матовое стекло, 19,5 размер. Фантастика. 2000 рублей. Так, вот еще сказка, смотрите. Весь переливается, весь играет и радужным играет причем. Вот, шикарнейший камень, вот такой высокий и на матовом стекле, размер 19,5. Давайте всю ручку покажу. Вот так, смотрите, у меня рука маленькая. Это чтобы понимать. Так, линеечку нашла. Смотрите. Примерно, значит, размеры будут по запросу, но в данном случае 5,5 сантиметра на 4 сантиметра камень. 5,5 на 4, чтобы вы тоже примерно представляли. Но, естественно, буду все измерять. Это уже будет в индивидуальном порядке. Пишите, звоните, не стесняйтесь. Смотрите, какая красота. Отвечаю всем. И в любое время суток. Конечно, это была шутка. Вот так. Смотрите. Красавец. 2000 рублей. Любой флюорит. Так, еще тут немножечко у меня флюоритов. Вот, смотрите, флюорит, оказывается, еще и вот таким бывает. Таким пейзажным. Такое, на мой взгляд, северное сияние. Вот. Это колечко 20 размера. Смотрите, вот и 21 я тоже могу сделать. Фантастическое кольцо. Вот так с обратной стороны. 2000 рублей. Так. Вот такая еще сказка у меня есть. Вот так с обратной стороны. Подложечка стекло. 19,5 размер. Могу увеличить до 20 и больше. 2000. Вот такой пейзажный, смотрите, флюорит.
Вот так, с обратной стороны 19 размера. Значит, он больше цвета морской волны. Камера показывает его серым, но все-таки вот море-море вот такое. Он тоже идет на подложечке. В данном случае это черный змеевик. Вот так, 2000. Ну и последний из флюоритов на сегодня. Вот такой пейзажник. Смотрите, он тоже играет и переливается, но он немножечко другой. Вот так, тоже на стекле. Размер 20. Могу увеличить прям хорошо, если будет нужно. 2000. И есть у меня вот такие сказочные афиты. Это родственники змеевика, как и лизардит. Вот как ни странно, да? Вот такие все родственники. Значит, они идут без подложки, подложка не нужна, и обладают всеми абсолютно свойствами змеевика или серпентинита, а именно усиливают действие лекарственных препаратов, в том числе и химиотерапии. Так, шикарнейший. Просто шикарнейший вот такой прямоугольник. Стоимость афитов тоже 2000 рублей. Вот такой овал. Так, прямоугольник был 19 размера. Могу увеличить. Сказочный, просто сказочный. Размер 18. Вот так. Даже 17,5, 18. 2000 рублей. И еще один афит, вот смотрите, с вкраплениями лизардита, вот с такими желтенькими. Тоже очень интересно. Так, размер его 19. 2000 рублей. Ну и последнее колечко, что я хочу вам показать. Это вот такой фантастический солнечник. Просто сказочный. Смотрите, искры. Вот они, радужные искры. Вот показываю. Вот камера их показывает, смотрите, просто серебристыми, а у меня они разноцветные. Вот такая фантастика, солнечник. Он тоже идет на подложке из черного змеевика. Размер 19,5. Стоимость его 3000 рублей. Ну вот на этом я и хочу закончить свое сегодняшнее видео. Я желаю вам всем самого-самого доброго, и пусть этот понедельник не будет для вас тяжелым. С вами была Татьяна.